Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Мы продолжаем проходить данную игру. И, блин, в прошлой серии мы убили, я не знаю, я не понял, там босс был, че не босс. Но он был довольно-таки легким, типа, и выглядел как паук, поэтому вот так вот. Вот. Вот эти штуки мы с вами в прошлой серии распределили, какие-то там вот эти вот, чтобы сигнал был, да, вот это вот, чтобы луч там вот запустить, и чтобы вот все было хорошо. Вот, в этой серии мы с вами будем пробовать куда-то там, не знаю, в грузовой отсек вот идем, вроде грузовой отсек. Вот, чтобы помочь нашему, так понимаю, не знаю, командиру чи не командиру, который на нее очень, уже очень долго его не было, и вот он объявился. Поэтому, ребят, тут Саш поудобнее, всем приятного аппетита, кто кушает, да, приятного чаепития, вообще питья, там, кофе, не знаю, прядик накидывайте обязательно. Хорошее настроение, если нет, я надеюсь, оно появится в течение этого видео. В течение этой серии. О, в принципе, все. Саша, поудобнее, а мы начинаем. Так, короче. Смотри. А, мы не там, блядь, точно, извиняюсь. Все, блядь. Нам сюда? Да, нам сюда. Бля, жестко, жестко, ребят. У нас с вами, смотрите, у нас с вами есть, ну, для другого оружия кое-что. 2000 кредитов, 2775 кредитов и один узел. Это очень хорошо. Что у нас есть узел? Нам же обратно сюда, да, нам сюда. Let's go. Я понимаю, что тут будут твари, скорее всего, какие-нибудь. Бля, я так и знал, что они там будут. Ой, идите нахуй, все, до свидания, блядь. Так пизду вас, блядь. Бля, главное, чтобы сейчас внизу не было, потому что это было бы. Это все будет бэта. Ах ты, тварь, блядь. Тварюга, блядь. Тьфу на тебя, блядь. Тьфу. Охуенно. Блять, пожалуйста, не надо. Здорово, мужик. Ой, я же могу просто бежать, блядь. Нахуй он мне нужен, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Чел, мне ты нахуй вообще не нужен, знаешь, ты мне вообще, блядь, не сдался. Да, мне обратно. Охуенно, чел. Ну от души, блядь. Давай, я тебя также застоплю и пойду. Давай. Пока, братан. Бля. Больше что здесь? Вот и все. Вот мы завершили с вами главу. Кстати, тот длинный монстр, мы его в прошлой или позапрошлой серии, позапрошлой вроде серии, увидели, вообще офигел. Я такой, что это за монстр, бля, какой-то новый монстр. Найти, спасти, глава 8. Глава 8 мы с вами прошли. Уже почти конец игры, ребят, почти финал. О, мертв. По прибытии. Мёртв по прибытии, что? Да уж. Бля. Рад, что ты дошел. Слушай, я нашел список вооружений Вейлера. Не думаю, что они случайно оказались тут. Они не проводили разведку, не патрулировали. Корабль снарядили для боевой операции против Айза, против Ишимуры. А, охуенно. Айз, я снова потеряла его. Никакого сигнала от Икса Хэммонда. Найди конвертер и сваливай отсюда. Окей. Как скажешь, мать. Давай-ка мы с тобой прокачаем наш этот резак плазменный на урон. Потому что нам это очень нужно.
Да уж, короче, против нас все сделали, как все, ну как всегда это бывает, знаете, блядь. Едешь помогать, летишь точнее. А тебя вот так вот, блядь. Бля, охуеть здесь, да? Жестко. Сюда. Да уж. Я в шоках. Так, ну у нас с тобой всего лишь 2000 кредитов. Давай-ка мы с тобой продадим плазменную... А, нет, плазменную не надо. Батарея резака. Топливо огнемет. Да, силовой блок. И купим себе одну маленькую аптечку еще одну, на всякий случай. А, ладно, давай вместо маленькой аптечки купим. Хорошо. Хотя бы патрончиков чуть-чуть. Вот. Ты скажешь, а почему ты не купил аптечку? Потому что она у нас есть, а деньги нужно копить еще на другое оружие. Потому что мы, я помню, в какой-то серии продали с вами все оружие, кроме резака. И все, блядь. А нужно сейчас еще оружие, потому что, ну, такое себе. Ходить без него. Угу. Охуеть, это что, блядь? Что за хуйня? Куда нам, блядь, что, братан? Зона невесомости. Он куда с тобой, подожди? Айзек. А. Удар сорвал люки одного из орудий Вейлора. Зеленые сферы, которые ты видишь, очень радиоактивно, а шлюз заклинило. Тебе нужно сбросить их в космос, прежде чем попытаешься попасть внутрь. Куда мне нужно-то, ёбана? Что, куда, блядь, ёбана? А, понял. Подожди, здесь где-то еще был ящик. Я его видел. Я его... А, вот он. Аптека еще одна. Окей. Там сохранялка, что ли? Так, подожди, больше нет нигде таких вот коробочек, ничего нету? Жаль, жаль. Ну, поехали. Ой, тихо, тихо, тихо. Что это за хуйня? Ну, это маленькая тварь. Бля, ненавижу этих тварей, блядь, в принципе. Ты, сука, смотри на тебя. Так. Ты, сука, даже ничего не дала. Иди сюда, нахуй. Я ж тебя разорву в клочья, блядь. Вот и все, блядь, не надо было выебаться. Так, чё, куда нам дальше с тобой? Давай показывай. Куда? Куда? Да ну вас нахуй, серьезно, блядь. Ой, иди в пизду, блядь. Идите в пизду, нахуй. Я просто не шарю, куда мне. А мне куда-нибудь туда, наверх, блядь. Куда-нибудь сюда. Опасный уровень радиации. Аварийные замки включены. Закрыто. И куда мне? Опасный уровень радиации. Аварийные замки включены.
Тревога! Опасный уровень радиации! Аварийные замки! Радиоактивные материалы удалены! Тревога! Опасный уровень радиации! Аварийные замки включены! Ой, в пизду их. Давай не будем просто тратить на них время и все. Ну, как по мне, чисто, блядь. Блядь, где? А где? Не понял. Да ёбаные вы, блядь. Блядь, вот на безоружного вот идете, блядь, нихуя, блядь. Фу такими, блядь. Бля, мне пизда. Кислород дай мне! Алло, блядь. Дядя Петя, блядь, ты о чем нахуй? Ой, блядь, ненавижу этих тварей, вот этих вот ебаных. Суки такие, блядь. Угу. Погнали наверх. Нам с тобой лёнс что-то нужно. И еще. Где он? Вот он, блядь. Нам куда-то. Вот туда надо скинуть. Да ты охуел, блядь. Ну ты тварь, блядь. Сучка такая, блядь. Твой дом шатал, блядь. Да ёбаный, что за хуйня? Блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Гандонил, блядь. Я твой рот шат. Да и тоже иди нахуй, блядь. Дай мне достать вот эти чарики, блядь. Я же вас не трогаю, меня тоже не трогайте. Пидорасы, блядь. Пидорас. Так, ну окей, мне их, короче, надо все скинуть, да? Да, давай туда. Я сюда сейчас перемещусь. Бля, просто не. Я просто, видите, плохо ориентируюсь в этой хуйне всей. А, вон туда, все. Поехали. Бля, ну может. Бля, чел, я твой рот ебал. Давай я туда ебашь. Он шары, я понял, окей, куда? Не, я их ебал в рот, вот этих вот, блядь, тварей, нахуй. Скажете, а почему? Я скажу, потому что, блядь. Бля. Дожди-ка, блядь. Радиоактивные материалы удалены. Ой, идите нахуй, ну отъебитесь от меня уже, ёбана, блядь. Ух, ебать их тут, смотри, сколько как много их. Блядь, мужик, ну ёпта, не застревай нахуй. Поехали. Бля, долбоёб, может ты что-то сделаешь? Патронов у меня больше, если что, нету, ребят. Если что, у меня патронов больше вообще нету. Так, где она? Поехали от них нахуй. Просто будем вот так. Ну, от них ходить, чё мне, блядь. Конечно, мог их сейчас. Я могу их сейчас ёбнуть всех, чтоб мне было спокойнее. Но. Патронов нету, а я так чисто, ну, рисковать тоже не очень хочу, знаете. Всей этой хуйнёй, блядь. Блядь! Ёбаный. Да иди нахуй. А, отсосёшь, блядь. Где шары еще, блядь? Так, один улетел. А, ну вон у меня есть еще. О, блин, отъебал. Да уж. В принципе, задание-то не сложно, просто вот эти твари мешают очень сильно. Прям очень сильно мешают они. Ну это так, к сведению, вот скажу. Где еще один, ёбаный? Тут же был тоже. Охуенно, блядь. Радиоактивные материалы удалены. Все, лаз остался, да, блядь? Где он? Блядь, я его рот. Где он? Блядь, что за. Подожди-ка, я не могу понять, где он просто. Не могу понять, где он, блядь. Да иди ты на. Блять, ну пройди ты, ёбаный. А где он? Просто не могу понять, где он, блядь.
Там по себе, где он, блядь? Подожди, блядь. Да отъебитесь вы от меня, ебаного тваря, блядь. А вон он, блядь. Так, ну давай воздуху возьмем, погнали. Поехали. Вон он ждет. Где-то вот здесь он был. Где он, блядь? Да я его все нахуй. Я только что вот его видел, блядь, и все нахуй. Ты прикинь, только что видел, вот и потерял. Блядь. А вон он, блядь, все. Нашел его. Отсосешь нахуй. Хуета ты ебаная. Так, давай он туда. Для начала, нахуй. Я где-то на верхушке, да? Да. Так, потом вот сюда. Тревога. Опасный уровень радиации. Аварийные замки включены. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Поехали. Бля, где он? А вон он, шар. Ёбаный ты шар, блядь. Я твое все ебал. Блядь. Я говорю, вот если не эти монстры, да, я бы, конечно, мне было бы проще, я бы не спорил, мне было бы проще намного. Намного было бы мне проще, ебать. Стой, ёбаный! Стоять, папочки, нахуй, иди. Так, мне нужно куда-то вон туда, да? Да идите нахуй, твари, блядь. Ебитесь меня. Где он, блядь? Блядь, я вообще не ориентируюсь в пространстве, прикинь, я просто вообще не ориентируюсь в пространстве. Вообще не ориентируюсь. Где? А вон туда мне нужно. Все, 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 понял. Вот сюда и просто вниз его захерачить. Все, все, все. Да, вон, все. И теперь... Все, погнали. С тобой. Где этот второй вход? Туда мы вышли с тобой. А где войти-то, ёбано? Бля, еще вспомни, где войти. Это наш вход, если что. Мы отсюда пришли. Так что нам это нахуй не надо. Где? Подожди. Пошли туда. Где-то они здесь были. Помните этот вход, вот этот второй, блядь? Ебать. Где он, второй вход этот? Там может где-то. Подожди, этот вход наш основной. Погнали в основной, сгоняем вообще все равно. Нам, конечно, нужен второй, блядь. Зона гравитации. Все, 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 все. Все, все, все. Блядь, открой, ебаный. Я просто за этими. Я просто сюда за патронами и все. Не более того. А сохраниться где можем? Здесь же нельзя, да, нигде сохраниться. Здесь можно. И здесь нельзя. Охуенно. Сохранился, блядь. Куда мне, блядь? Мне вниз. Зона невесомости. А вон он, второй вход, все, я вижу его. Вон он, блядь. Ёбаный рот, блядь. Открывай быстрее, ёбаный. Китайский символ здесь. Ой, блядь, ты кто? А ты кто был? Опять это кто сейчас был? Вы видели? Нам сюда? Нам сюда с тобой, да?
Подожди-ка, блядь. Давай-ка отойдем. Не показывает, прикинь. Я думаю, правильно идем. Ищи необходимые детали в двигательном отсеке на корме. Я регистрирую тяжелые повреждения. Возможно, понадобится обходной путь, чтобы туда добраться. Охуенно. И там тот чел, помните, блядь? Убежал. Ебать его в рот. Помните там монстра этого бегущего, блядь? Не, дай-ка я сохранюсь. Дай-ка я сохранюсь. Не надо мне здесь вот это вот тут. Так, ну получается нам сюда, да? Пиздец, блядь, что здесь творится? Конечно, ебать. Ну, конечно, да, да, я знаю всю эту хуйню. Так, а здесь ничего нету, блядь. Сейчас... Вирус подействовал на солдат не так, как на всех остальных. Должно быть дело в стазис-модуле, который вшивает в боевую броню. Эти модули срослись у них с плотью, делая их быстрыми. Очень быстрыми. Будь осторожен. Да, мы уже видели, ебать, мужик. Спасибо, что сейчас именно приглядел. Очень быстрые они, короче. Подожди, а куда нам? Это лабиринт, что ли, ебаный? А, понятно. Короче, это лабиринт, ребятки. Могу вам так сказать. Это лабиринт. Тихо, блядь, тихо, тихо. Папочке это не надо. Джемшут, я твой рот тогда шатал. Ух, ебать. Ух, блядь. Ебать, это что за... Да пошел ты нахуй. Ебать, это он под солями, что ли? Что это с ним вообще? Он под солями, я так понимаю, да? Охуеть, блядь. Он, ну, довольно-таки быстро, да, не спорю. Давайте так, ребят, сделаем. Давайте это на следующий раз ставим. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, вот комментарий. Для вас 5 минут, для меня это очень приятно. Вот. В принципе, все. Надеюсь, вам понравилась серия. И... Блять, это жестко. Вот. Спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующей серии. Давайте. Just a little bit lower. Mind's getting just a little bit closer. Find somebody in my life that can make it full. I've been lost, I'll be found in the broken.